Москве, вот и наступил новый 22-й год. Мы его ждали, загадывали новые желания, мечтали о чем-то. Для кого-то уже все сбылось, кто-то загадал, чтобы это случилось в этом году. Самое главное – здоровье очень крепкого, очень надежного в этом году. У каждого должны сбыться мечты. Год должен подарить радость и достаток. И самое главное, чтобы в ваших семьях было тепло, светло, уютно. И чтобы радостно на душе было у каждого из вас. С новым наступившим годом. И давайте чаще встречаться на Управда ТВ.